день города Одессы, и поэтому мы пришли на Дерибасовскую. Там еще Питер Пен помнит. Мы шли по Дерибасовской и встретили нашего подписчика Энди из Соединенных Штатов. А он немножко понимает по-русски, совсем немного. Наверное, так как наш английский такой же. Также мы немного говорим по-английски, но в принципе друг друга можем объяснить. Да? На нашем не очень хорошем английском. Энди немножко говорит по-русски, совсем чуть-чуть. Да? Чуть-чуть. Но мы также немного говорим по-английски. Идем. Один, два, три, шесть. Один, два, три, шесть. Девять, двадцать. Подожди, пирожные еще они хотели. А какое? Меню пирожных, не знаю, где они. Подскажите, какое шоколадное вкусное? И с орешками. Это оно не как желе, да? Ну не надо.
немножко желательного. Если чуть-чуть, именно да? Шоколадный, то это Наполеон шоколадный. А это нет, да? А, там картинка шоколадная идет. Ну, выбирай, или это, или это, или Наполеон. Так, чай, наверное, это не надо, да? Вкусно? Дай я кусочек у тебя попробую. Жадюга какая мелкая. Ася, мне не жадничает ничего, а ты жалеешь. Да? Вкусная очень. Надо дома такое сделать, да? Тая. Мам, я лач идем. У тебя есть своя тарелка. А ты не лач. Я нашла мне классную собаку. Это заяц. Видим? Жемчужина у моря, ах, Одесса, ты знала много горя, ах, Одесса, веселый южный край, шири моя Одесса. Ночная Одесса. Очень много людей здесь. Все вышли на вечернюю прогулку, будут смотреть салют. Thank you.